окунуться в мир лекций, конспектов, а также узнать о последних достижениях науки. Пронаука снова собирает гостей в Казанском федеральном университете. На этот раз мраморный зал второго учебного корпуса вместил в себя более 3000 человек. Зачетная ночь – это шанс окунуться в студенческую жизнь, а вдобавок узнать о новых разработках университета. Открывали фестиваль проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский и главный редактор телеканала «Наука» Иван Семенов. Будущие абитуриенты, я надеюсь, будущие студенты, их родители сейчас уже стартуют приемную кампанию. Мы начинаем с больших мероприятий. В Казанском федеральном университете появится много новых абитуриентов, которых привлекут эти замечательные опыты, которые здесь везде проводятся, эти прекрасные демонстрационные стенды. На протяжении вечера ученые и преподаватели Казанского федерального проводили лекции и тренинги, а в холле университета прошли мастер-классы. В конце состоялась сессия. Ее можно было закрыть при посещении минимум 2 интерактивов и 1 лекции. Посмотреть, как эти небылицы были, скажем, среди компаний, среди простых людей, среди фильмов. Для гостей мероприятия были представлены 3 аудитории, где преподаватели вуза и приглашенные спикеры читали научно-популярные лекции. Темы самые разнообразные. С ребятами и их родителями обсудили небылицы эпохи раннего IT, поговорили об основах капитализма, рассказали, как создаются лекарства будущего и многое другое. На зачетной ночи каждый смог найти занятие по душе. Мы здесь впервые. Очень интересно. Огромное количество людей. Интересные очень мастер-классы, информационные стенды. Пронаука в КФУ – научно-популярный проект Казанского федерального университета, который проводится с 2016 года. География участников растет с каждым годом. Каждый заинтересованный может воспользоваться уникальной возможностью стать студентом на одну ночь и узнать о самых последних достижениях из мира науки. Именно так прошел ежегодный фестиваль «Пронаука» в КФУ. Фестиваль еще раз доказал, что наука может быть не только интересной, но и захватывающей. Виктория Бояринцева, Универ Ньюс, Универ Продакшн, Универ ТВ.